И всем привет, с вами Игорь, это канал Black Cosplay. Мы продолжаем играть в The Forest. В прошлый раз нам надавали пиздяшек. Да. Так что в этот раз я думаю, что я начну новую игру. То есть только на нормальном. Потому что, ну, блядь, меня кинули. Меня убили, меня кинули моя братва и все. И как бы, а как дальше? Затянули в какую-то пещеру, там какая-то бабёха, которая как конвейер конвайдерный, который там понарожала кучу таких вот, такие вот огромные кучи пиздюков. Так, ну вот он и я. Опять здесь. Так, давай пожрём. Все быстренько соберем, что мы здесь собирали. Давай еще пожрем. Как ты много жрешь? Так, список так какой-то. Дальше что? А дальше, дальше. Так. Здесь что-то, здесь бухашка. Потом вот это мы возьмем. Где мы еще что-то не брали? О, еда. Еда. Еще еда. Да сколько ты можешь жрать? Топор. С нее, да, топор? Хорошо. Все, пойдем. Как бы вот здесь мы пораскрывали все, позабирали. Давай все позабираем. Быстренько. Пока никто не видит. Мячик, нахер. А где? А, кстати, это не то место. Я в другом месте. А что, он рандомно падает? Я не в том месте упал. Ведь я хотел там же упасть. Да что ж такое? Постоянно, когда я записываю, что-то чешется. Так, деньги. А, быстро все подбираем. И валим отсюда. Мы уже в прошлой серии... увидели, что здесь происходит, кто здесь может лазить и кто здесь вообще живет. Если ты не видел, то посмотри первую серию. Как бы подсказка сейчас вылезет. Нажимай и смотри. Так, здесь. Здесь. Изолента, то, что надо. Изолентой даже можно вон самолет починить. И улететь отсюда. Кстати, что ты паришься? Починил бы, правда, изолентой все и полетел бы отсюда нахер. Да похер на пиздюка, нового родим. Он тебе не нужен. Нового можно родить. Делов-то сунул, высунул и все. Так, еще изолента. Все, да? А где я, блядь? А мне тут не было. Куда мне бежать? Бля, еще один сундук. Точнее. А, чего? Что это я не то подобрал? Палки, шоколад. Одна? Где все шоколадки? Список пассажиров. Бабло, зажигалка, батарейки. Ага. А что здесь было? Здесь палатка. А зачем? О, смотри, сколько денег. Надо деньги собирать. Мы вернемся и... котелок. Мы вернемся и будем богатыми. Кто это? Кого-то убили. Ну еще бы, вы нашли где мухомор. Блять, почему ты все надо пожрать? Если ты там мухомор, то надо не жрать как бы его, да? Ну, в принципе, не так уж и критично. Так что я думаю, если вдруг прижмет какая-то... ну, там, нужда прижмет, что жратвы не будет, шоколадок не будет. Он в прошлый раз вообще у меня поворовали все мясо. Сука, я в прошлый раз так хорошо развился. Ты бы видел. А ты увидишь, я же поставил подсказочку на видос.
Ты увидишь, чему я там добился. Там даже были водосборники, там куча мяса было. И в итоге они пришли, эти вандалы, сука, скоты. Попожрали, попостырили все мясо. Мои дружбаны меня кинули. Меня убили. И все. Все, короче, здесь. Пойдем отсюда. А не, не все. Ну ладно. Давай. Куда идти? Куда можно идти? Вода. Нормальная вода? Прикинь, здесь вода... А, не, она не нормальная, ладно. Не очень нормальная вода была. Воу-воу-воу-воу. А это тоже можно кушать? Ля, этим трава, это можно, запомни, синенькие можно есть. Смотри, что нашел. Здесь озеро. С него нельзя пить. Жалко. Я думал, с него попить можно. Надо в этот раз развиться посильнее, побыстрее. Надо найти место. И обязательно над водой, потому что они зажимают. Что это? Я думаю, это вход. Они зажимают, они не дают развиваться, так что надо над водою. Как бы ты можешь, если что... Если что, ты можешь просто взять и... воду нырнуть от них. Они не умеют плавать, как я понял. Но они... По крайней мере, они за мной не гнались в воду. Они там стояли, смотрели с берега. Так что быстрее к воде. Вносливость так быстро тратится. Опа. А что это? Тут понастроили. А я так же сломаю, как вы мне сломали все. Еще. Еще один. Что они здесь понастроили? Вот это что за тотемы? Нахер. А что это, ихняя территория? Или здесь кто-то... Знаешь, я по... Пожалуй, я по... Стой! Стой, сука! Да стой! Ты какая быстрая мразота, а? Стой, я хочу есть! Стой! Пошел, чтобы... Не до тебя сейчас. Я так понял, надо отсюда побыстрее сваливать. Смотри, веревки, веревки. Да и отстань от палки, веревки. Спускаемся. А в принципе, здесь место неплохое. Давай сейчас... Блять, вы откуда тут взялись? Блять, нихуя. Смотри, как летают. Откуда я только пришел? Да заткнись, сука, я тебе сейчас все патвы повырываю. Еба, ну все, пизда мне. Бля, бабеха. Иди в жопу отсюда. Да все, это пизда. Опять меня убьют, опять меня непонятно куда поволокут. А как так? Даже день дня не прошло. Они не дадут мне вообще развиваться. У меня ничего нету. Пиздуй отсюда. Пиздуй, сказал, отсюда. Не ори на меня, блядь. Сука, зря ты, блядь, одна пошла. Ага, блядь, усралась. Иди сюда, сука, я тебе сейчас... На, блядь. На, блядь, на. Лежать, сука. Лежать. Пойдем со мной. Ну а чё, баба в хозяйстве всегда пригодится. Подними. Здесь можешь построиться? Да не, здесь не. Тем более они вот здесь вот эти тотемы свои понастроили.
Я так понял, что если они там, то, если тотемы настроены, то они, это ихняя территория, они ее обозначили, что это ихняя. Идем, мать, идем. Зря ты на меня напала одна. Ой, зря. Ой, я тебе как сейчас возьму да припашу, ты будешь все у меня делать. Ты будешь у меня готовить, ты будешь стирать, ты будешь... И не только стирать, да. Я тебе скажу, что ты будешь делать. Это тяжелое, что ли? Так. Я хочу найти то место, где я был. Оно было офигенное. Тотемы. Здесь тотемы. Или здесь где-нибудь построиться. А, кстати... Ого. Там дерево какое-то. Смотри, вот это что такое? Это шалаш, дерево? Мать, пойдем поглядим. Кролик! Я увидел кролика. Значит, можно их как-то приманить и сделать себе кроличью ферму. А раз здесь есть кролики, давай здесь и построимся. Черепахи. Сиди, мать. Ну ж, да, извиня... Да, блядь. Прости, я не хочу. Я не хотел. Я не хотел, блядь. Я не хотел. О, Анатолий пришел. Ты меня бросил вчера. Ты в курсе? Ты в курсе, что ты меня бросил? Так, давай водосборник первым делом. Что... О, и Наташка пришла. Сразу дружбаны пришли, как только я пришел здесь развиваться, да? А сами вы пошли уже развились. Мне так жалко черепах убивать. Не знаю почему, и у меня к черепахам особое отношение. Мне очень их жалко. Какая злая игра. Давай третью. А где третья? Где ты? Куда ты пошла? Извини. Мне надо больше воды. Извини. Ну, какие дела. Так, давай. Тебя. Строим. А что? Что такое? Палок не хватает? Возьми, пойдем. Надо быстрее строиться. Они уже появились. От них уже нету никаких, никакого спасения. Первый день, они уже здесь. Кстати, убиваются они намного легче. Или мне показалось, ну, намного было сейчас легче убить эту бабеху. Она, кстати, где? Вот она. Вот она, сука. Сейчас построим. Чё? А что сделал? Сейчас я дом построю, секунду. Так, ну, во-первых, еще мясо. Чтобы не пропало, надо мясо. И желательно мясо куда-нибудь сюда, чтобы его можно было спасти. А то они брали, взяли в прошлый раз и мое мясо... Тыбзили. Причем все. До последней капли. Ну так-то самое то. А у меня всего лишь 4 было? Походу. Так, теперь надо построить жилище. Так, вот это. Давай построимся где-нибудь вот тут вот рядом. Чтобы я мог сразу же убежать в воду. Мало ли что. Так, камни нужны. А также нужны палки и бревна. Надо быстрее это делать. Прям быстро. Строим, бьем. Как долго оно рубится. Всего 4 бревна! С огромного дерева. Как он 2 бревна тащит? Тут мне это вообще загадка. Еще бежит с ними так бодро.
Так, давай дальше. Заберем оставшиеся два бревна. Мать лежит, мать загорает. Правильно, загорай. Недолго тебе осталось загорать. Скоро будешь пахать, как лошадь. Скоро будешь и жрать мне готовить. За хозяйством следить. Я сейчас кроликов разведу. Все я здесь сделаю. Грядки будешь поливать. Будешь строить забор мне. Там есть забор вообще? Как же ты долго это делаешь? Все, выдохся. Ну то, что рандомно, я рандомно упаду, этого я не ожидал. На. Вот с этого должно быть 50 тысяч бревен, 100%. Тоже 4. Здесь максимум 4 падает. Так, чуть-чуть осталось. А что осталось? Один бревно и три палки. Одно бревно, три палки. Одно бревно, три палки. Три палки, одно бревно. Надо быстрее это все делать. Скоро придут. Этой ночью 100%, как в прошлый раз. Это будет не очень приятное зрелище. Ну вот видишь, если бы меня дружбаны мои не оставили в беде, ничего бы этого не было. Мы бы отбились, нас было на равных, один на один. Тем более одного я ушатал. Так. Сука, предатели. Пошли отсюда, я с вами больше не разговариваю. Вы меня предали. Так, а что еще можно построить? Как бы надо дальше развиваться. Так, давай построим. Что мы будем еще строить? У нас есть вот эти вот всякие, да? Полочки. Ну, как бы давай построим собственный дом. Что здесь вообще есть? Фундамент есть, свои стены. Давай фундамент. Так, дом будет мой здесь, над рекой. Мы сделаем себе просто офигенный дом. А как сделать так, чтобы это было ровно? А? Давай вот так. Пока не. Да блять! Ровно! Сделай ровно. Сделай, пожалуйста, ровный дом. Как сделать ровный дом? Ну, такого будет достаточно. Да? Так, ровный. Ровный дом. Ровный. Во! Гаврил, ровный дом. Все, отстань. А как? А здесь ровно? Тут все ровно? Вроде все ровно. Есть. Смотри, какой ровный. А сколько надо на это дело? Камушек. Ну как мы будем свой коттедж строить? Что, мы упали в Бермудском треугольнике. Он у нас бабеха есть. А чё так темно уже? Как бы давай строить. Главное, чтобы мне дали построить. Давай просто будем рубить, 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 рубить. А потом будем таскать. Надо дом построить, потому что в доме будет безопаснее. Они не смогут туда залезть и все, и как бы... Они ж не смогут туда залезть. Я думаю, не смогут. Так, 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 и так, и так. Так, окей. Где еще? Вот еще. Давай. Пока никого нету, надо рубить.
что строить очень много. Как-то муторно рубить. И как темно. Мне показалось? Или там кто-то пробежал? Кто-то пошел воровать мое мясо, блядь. Сука. Я вам, блядь, поворую, блядь. Где бревно? Сейчас бревном вам поебал дам. Не дай бог я, сука, увижу, что кто-то мое мясо пиздит. Это все, это будет гнев. Вы познаете гнев мой. А как строить-то? Ну? Не можно построить? Сука, блядь, здесь неровно. Это ж неровность. Или это ровно? Это неровно, блядь! Ёбаный в рот, сука! Неровно! Ну неровно, ну ты смотри, вот это что такое, вот это ж не будет строиться. Как удалить эту постройку? Её можно удалить, а как строить? Как удалить? Во! Костер надо было сделать. Надо было сделать костер. Ну давай сделаем сейчас. Я забыл, что он мерзнет. Так, костер. Костер. Вот этот. Давай его рядом. Вот здесь построим. Поджигай. О. Р. Деньги? Нет, деньги не надо. А вот листочки, да. Жрать хочет и пить хочет. А жрать готово? Вот знаю, что пить готово. Готово? Да. Попить теперь может. О, он спать может. А что ж ты молчал? Что если это построить, то можно поспать и уже утро будет. Наташка, ты почему молчала? Ты со мной хочешь? Ну ладно, ты прощена. Все равно как бы не с кем же болтать. Давай посмотрим. Вяленая. Все. Смотри, теперь у меня налажено производство. Мать лежит. Ну, она наказана. Она плохо себя вела, а теперь она наказана. Вот если бы она себя нормально вела бы, все было бы по-другому. Она бы лежала бы со мною. Так, нет, мы строили фундамент. Да открой! Сука. Короче. Е. А, не, не Е. Вот так вот. И пошли. Ровно. Просто ровно. Я надеюсь, что это ровно. Так, а теперь здесь надо ровненько сделать. Во. Во-во-во-во-во-во-во. Вот это вот ровно. Вот оно. Вот так. Теперь здесь надо ровно сделать. Делаем здесь ровно. Примерно, примерно, примерно. Вот до сюда, да? Это ровно? А здесь ровно? Везде ровно? Вроде везде ровно, да? Как бы... Вот. Во. Во. Ровно. Да? Да. Ровно? Ровно. Смотри, как ровно. Можно сразу строить. Сколько? 64 бревна? Да сколько я буду это делать? Как здесь дождь вообще прекращается, нет? Здесь вообще дождь. Хоть при... Почему убрал? Ай, походу я очень много буду вырезать. Потому что или за кадром эти все бревна... Бить.
Потому что очень много. Ну, что поделать, придется. Хочет пить. Иди попей. Сейчас, секунду, пойдем пить. Два бревна, кстати, захвати и пойдем попьем. Ля, я поражаюсь его силе. Так, готово. Давай попьем. Дождь же идет. Тебе не холодно? Пойдем ляжешь в мою постель. Так. Вот так. Лежи. Лежи, лежи. Ну что, ее выгонять, что ли? Под, на, она под дождем лежит. Простудится, меня заразит. Ее отмыть надо. И будет обычная бабеха. Ах. Так. Да. Это, конечно, долгое. Знаешь что? Я, наверное, так поступлю. Не знаю. Напишешь в комментариях, надо так делать, не надо, но... Мне кажется, легче будет за кадром все это нарубить и потом уже появиться здесь с построенным полом. И все. Просто мы как бы в симулятор выживания играем, а не в симулятор рубки деревьев. Все хотят увидеть бои, а не то, как я бью дерево. Так что думаю, да. Думаю, я вернусь тогда... Когда я все построю. Ну или знаешь, я сейчас похожу по местности. Кстати, что здесь вообще есть еще, что построить? Лестница. Ага, ага. О, на дереве есть. А может на дереве построить? Дом на дереве. Может дом на дереве лучше? Как бы с дерева-то будет намного легче. А это что? Палка отметка. Она отмечает, где я? Без понятия. Ладно, пойдем. Прогуляемся. Хоть территорию хоть как-то посмотрим, осмотрим. Так, что у нас здесь есть? Пойдем посмотрим. Что здесь есть? А, кстати, как крафт-то работает? Объединить. А с чем? А с чем объединять? Давай с тканью на... Может, прикинь? Объединил. А что? Горящее оружие, урон, скорость. Это оружие? Ладно, давай еще палку. Рогатка. Самодельный... Лук! Мне нужен лук, 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 давай. А у меня и стрелы есть. Откуда у меня стрелы? А откуда у меня стрелы? Я вроде не делал стрелы. Ну. А, ну, я так думаю, что веревку можно с этого сделать. Правда, что это будет за лук? Да, 7 штук, смотри. Ну, логично, в принципе. Объединить. А, лук. Лук, лук, лук. И тряпочку. О! А что можно еще? Со светом. А у меня нету со света. А если бы было, то это было бы замечательно. Ну, изолента есть, но нету фонарика. А где взять фонарик? Ну все, пизда, блядь. У меня есть лук. Блядь, так... О! Да все, это имба. Я просто буду сдалека стрелять и все. Пойдем. Теперь мне не страшно. Фух, олень.
А прицел здесь есть? Или здесь типа на глаз? Я попал! Стой! Стой, у тебя в шее стрела, ты должна сдохнуть. Да она должна сдохнуть! Ёбаный в рот, блядь. Ты сдохнуть должна. Да стрелу хотя бы верни. Блядь. Ты дура тупая, блядь, верни стрелу мне. О, стой. Я не попал. Есть, убил. Одна стрела, а где вторая? А где еще стрела? Ты куда стрелы мои дела? Так, оленья шкура. Мясо. Стрелу бы лучше бы вернул. Я что-то подобрал, стрелу, наверное. Ну, хорошо. Три стрелы. И оно готово. А это что? Что? Блядь. Ты нахер измазался. Так, что-то подобрал. Какие-то растения. Что за растения? Что это? Это цикорий. Цикорий, да, хорошо. Жратва вкусная? Невкусная. А здесь что? А здесь ничего нету. Ты что, траву жрешь? Ясен хер, трава невкусная. Блядь. Так, как бы все. А это ихняя территория, смотри, тотем. Тотем. Что ты сделал? Ты слышал, он глотнул что-то. Тотем. Разрушим. Уйди! Палку. Так, что еще? И этот я разрушу тотем. Нехер. Мое теперь место. С бухлом причем. Еще. Грязь. Зачем ты обмазываешься грязью? Бля, этот тотем похлеще. Он по-другому выглядит. Этот тотем по-другому выглядит. Допустим, допустим. Цикорий. Давай еще цикорий мне еще дай. Где дерево? А срубить-то нельзя? А жалко. А почему нельзя? Нельзя срубить. Что это? Это новая одежда? А как я выгляжу-то? Цикорий. Так, и все? А динамит? Сюда динамит нужен. Хорошо. Ну а время подошло к концу. Я сейчас вернусь назад. Надо там кое-что решить. Пока я иду, скажу так, что подписывайтесь на канал. Лайки ставьте, иначе будете как аборигены ходить. Надо обязательно ставить. Комментарии надо писать. Как без этого? Так, а... Да ты выдохни уже, а! Он 10, по 10 бревен таскает, а пробежать пару метров начинает задыхаться. Так. Еще котелок? Бля, что-то подобрал. А что ты подобрал еще? Не пойми, что ты подобрал. Что это? Ничего. Ладно, идем дальше. Ля-ля-ля-ля, миг. Он что-то отсюда подобрал. И чатная плата.
Зачем? Ладно, идем. Зачем-то печатную плату подобрал. Я надеюсь, сейчас приду, и мое мясо будет на месте. Что его не сожрали. Я только за мясо беспокоюсь. Да хватит выдыхаться. Хорош. Где мой дом? А вон там отметка, кстати, что это мой дом. Я дома. Бревна сами по себе катаются. Нормально? Вот это бы срубить. Чтобы оно не мешалось. Рубится, кстати. Или не рубится? Оно не рубится. Жалко. Так. Бабеха здесь. Искупаться. Мухи от тебя летают. Тебе надо искупаться, мать. О, мясо есть. Видишь, какой я добытчик? Не то, что ваши вот эти вот крикуны. Я добытчик, я мужчина. Самец. Огонь умею добывать. А ты на меня кидалась. Вот так. О. Ну, на этом мы закончим. С вами был канал Black Cosplay. Всем до встречи в следующих видео.